перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежды с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска, окей. Ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин, бау. Кто выиграет чемпионат мира? А у кого угодно есть шанс. Сейчас чемпионат так развивается, что все может типа произойти. Есть вероятность у любого события. Да, блядь, кто угодно вообще. Я бы даже не стал ставить ни на кого. Вот, потому что я тут встречал моих друзей-мексиканцев. Они прилетели большой делегацией. 15 человек, одна семья. Если меня видите сейчас, Габи, hello. Hola. Вот, то, короче... Вряд ли, да, на меня смотрит? Не думаю. Да, я там помогал немножко по логистике, встречал, все такое, Петербург, блядь. Вот, и они говорят, ну, предматч из Германии. Типа, ну, мы понимаем прекрасно, что команда у нас слабая, у нас непопулярен футбол. Я говорю, шанс есть у каждого. Ну, вот пример. Мне кажется, я был более оптимистичнее настроен, чем вся, блядь, мексиканская делегация, с которой мне удалось пообщаться. Так и вышло. Терновый венок. Да, бинго. Что скажешь про смерть Икса? Блять, ну это трагично. Причем в тот день, когда убили Икса, убили еще одного рэпера. Это какая-то, блядь, странная тенденция. И опять-таки поднимается вопрос о вменяемости, легитимизации оружия у населения. И это совпадение, да, достаточно странное, когда менее известный рэпер был по геотегу спален в этом районе. В ориентировке полиции была красная маска, блять. А у него на фотке была красная маска. Он светил оружие, ну, Икса застрелили. Это пиздец. Типа, и он в этот день дропнул микстейп XXX. Типа, блять, на следующее утро он такой, типа, не, бля, мы не при делах, какого хуя. Все это очень странно, вообще очень странно. Это очень трагичная ситуация, безусловно. Наравне с потерей Лил Пипа, наравне со смертью, блять, да многих, многих молодых. Как это называется? Живи быстро, умри молодым. Умри молодым, но это вот про них, к сожалению. Так, Моргенштерн. Чё Моргенштерн? Моргенштерн молодым не умрет, я надеюсь. Алишер, привет. Передай привет Украине. Я передаю привет Украине и всему остальному миру. Что он сделал такого? Кто? Икс? Ну, у него была сдюжина судимостей. У человека, который имеет судимости, у него наверняка есть враги. Вот, но чувак менялся, чувак помогал людям, протягивал. Это же его челлендж, типа Helping Hand Challenge, это прикольное достаточно начинание. Вот. Всячески пытался меняться, делал классное музло, очень разное. То есть от альбома к альбому он был совершенно разным. Че, будем прислушивать? Че осталось мне? Грустно. Ты лох, ты тоже. Героям слава. И не героям тоже. Всем слава. Зато Икс вел свой блог, где говорил очень правильно. Да, абсолютно. Ну, типа, это ни в коем случае не камень в его огород. Все имеют право на ошибки. Все имеют право на ошибки. Ну, типа, за последнее время у него были исключительно положительные вещи. То, что известно, конечно, нам. Вот. Но хули. Хули поделать. Как там Икс? Вот так вот там и Икс. Как относишься к шиперам? Я их шиперю. Я представляю, что вот эти маленькие девочки, которые пишут эти, блядь, фанфики, они там друг с другом тоже имеют некоторые любовные пересечения. Я имею право, потому что пули летят в обе стороны. Ха! Попались. Вид a brand new вещь. А потом тишина может... На самом деле, батл-площадка существует, там происходит батл, просто мы это не снимаем. Просто мы просто приходим и смотрим. Ну да, это элитарное развлечение, ребят. Это не для всех. Это как, знаешь, в Петербурге, мало кто знает, но есть люди, которые предоставляют услуги ночью пройтись по Эрмитажу с бокалом вина.
Ну, то есть, это как бы об этом не пишут в интернете. У нас есть своя батл-площадка. Там батлят постоянно. Если вы смотрите Freshblood 4, то знаете, у нас уже Freshblood 6. У нас все лучше, значительно. Батлимся, там, шумим, все такое. Ну, у всех MC подписка, типа, а не разглашение. И чип шит в голову, нахуй, с миниатюрным зарядом тротила, чтобы, блядь, взорвалось, если он пизденет где-нибудь. А может, это не Ларин, а Фейс просто умылся, может быть. Ты за босса или Джарахова? Я над схваткой, братан. Следующий вопрос. Почему твои эфиры не крип... Так. Заливает на канал рэп Перископ. Блять, ну очевидно, потому что у меня тату на лице. Прошу прощения. Так. Сделай кавер или пародию на Медуза. Не. Мне батранг. Что-то не заходит. Как так получилось, что ты был против тату, а сейчас решил набить? Или это все-таки не тату? Это все-таки переводка Малабара. Отъебись. Мне 30 лет, я могу себе позволить татуировку Малабар, в конце концов. Собирал. 30 лет. Собирал все это время, чтобы сложить ее. Я просто искал нужную татуировку Малабар. Чтобы все звенья так совпали, чтобы можно было вокруг роста своих волос. Плюс я ждал, чтобы, ну... А рост волос определенный угол уже поимел, чтобы оно все сошлось нормально. Так, что за залупа на ебле? Не знаю, у мамки спроси свои. Это чокер, сука, на лбу, да? Чокер, чувак. А ты какой бы вопрос вообще задал себе? Не знаю, когда закончится этот стрим. Как относишься к маленькому человеку? Так большой человек, не надо. Большой брат. Big bro. Да, брат. Здравствуйте, наверное. Герпес бойс. Тату очень тебе идет. Спасибо. Признавайся, что сделал тату, чтобы превращать воду в вино. А я давно умею. А вино в крипту. Так то же самое. Пойдешь на какие-нибудь фестивали в Питере летом? Так. Что за уебищное тату на лбу? Еще какие вариации вопросов про тату? Любого контекста. С подъебом, без подъеба. Типа, смотрите не в человека, смотрите в тезис. Какого хуя? Это же всего лишь блядская оболочка. Всего лишь оболочка спермобака. Которая, конечно, механически и как бы стратегически лучше оболочек тупых вагонеток, блядь, но как бы это всего лишь оболочка в любом случае. Тату а-ля невольник из-под Воркуты. Неужели настолько, блядь, братан? Че тебя от плечей ебут мои татуировки, а? Займись собой лучше, иди книжку почитай какой-нибудь, братан. Ты еще и волосы перекрасил. Нет, волосы такие были всегда, ты просто забыл. Ты редко заходишь на мой канал, ставишь лайки и подписываешься, очень редко. Почему ты появился на клик-клаке? Ты же был против подобных шоу. Я не могу тебе сейчас рассказать так просто. Но мне не платили за это. Как там батл-площадка? Я уже рассказывал, батлы уже идут вовсю, только мы не записываем видео. Мы ходим туда. Я там судья, например. Вот. Там все очень скрытно. Все там, очень скрытно. Там это в Кронштадте. Оксимирон у нас сидит. Да. Он как бы батлится. Оксимирон там батлится, между прочим. Да. Там, но он не имеет права об этом говорить. Вот его, вы у него спросите, он скажет Ларин нет. Ёбнулся. Он скажет, Ларин ёбнулся. Мы ему сказали так. У нас так описано в НДА. Если Ларин вкидывает, что, блядь, я участвую, ты говоришь, Ларин ёбнулся. Это неправда. Поэтому мы в Кронштадте проводим батлы наши. На берегу Финского залива. Ну, естественно, после этой новости, то, что я сейчас проговорился, мы переедем в другое место. Я думаю, в Сестрорецк. Ну, или... В Лисий нос, кстати, можем там побатлить. Потому что это зрелищно, это красиво. Такие дела. Что думаешь про Икса? Блять, ребят. Что можно думать про человека, который умер? Да людям я нравится, это хуёво. Это хуёво. Типа, это бывает. Но это такой стиль жизни, как бы. Это неудивительно. Слушай, в любом случае, это грустный печаль. Ну, типа... Он мог себя оградить от такого
Но он был true, абсолютно точно. Процент вероятности от того, что он умрет от такого, мог бы быть меньше. Но он сам. Ну, вот Коля Соболев ходит, например, с охранниками. Это не такой секрет. Да, он даже этим, по-моему, так... Ну, не зря он их одевает в паленые Дольче Габбана или Армани, что-то такое. Кто? Охранники? Паша спалил на охранниках. Они у него... Ты думаешь, он их одевает? Я хуй знает. А почему они решили синхронно одеться в одни и те же майки, блядь? Это выглядело пиздец странно. Не знаю. Ну вот, Коля входит, Соболев входит с двумя амбалами, ну, на ветвес, по крайней мере. А, блядь, X1 ходил. Ну вот, это, в общем-то, и была трагичная халатность. Мне интересно, когда Коля ходит в кино с Папошей, они берут с собой охранников. И нравится ли охранникам фильма? Да. А Папоша им нравится. А что, если Папоша посрется с Колей и... Они разбегутся. Страстяк даст ему там пощечину. Ей уебут охранники? Я думаю, да. Блядь. Я думаю, они, блядь, будут прыгать на голове у нее, блядь, ногами. Ты чё? Чё ты такое спрашиваешь, блядь? Они же тело-хранители. Тело. У них как закон робототехники, понимаешь, блядь? Три закона робототехники, блядь. Папоша, надо быть осторожнее. Я думаю, всем надо быть осторожнее. Всем надо быть осторожнее. Сейчас жизнь очень опасна, ребят. Это вот вообще не шутка. Ахахахахаха, привет, блядь. Я даже не знаю, сохранять этот эфир или нет. Да нет. Не стоит, думаешь? Я никогда не сохраняю эфир. Пойдем, может, уже? Куда же? Блядь, мне опять таблетки пить. Лечиться пропиваться. Надо, старенький уже. Ингаляции всякие, ноги греть. Ладно, спасибо, что были с нами. Спасибо за ваши теплые слова оскорблений. Спасибо, что любишь свою мать. Пока.